Был период, когда просто любое слово вызывало во мне слезы. Я боюсь остаться наедине с собой, потому что вдруг я узнаю, что мне ничего нельзя, что мне нельзя жить, понимаешь? И я начала говорить: не-не-не, подождите, я так не хочу. Он говорит: в смысле? А что нам теперь делать? Я стала себя нести все экстравагантнее, экстравагантнее. Какая-то часть меня убивала. Я опускалась еще ниже, было еще больнее. Здесь нету ни за что, ни для чего, ни потому что. Сидеть на улице и улыбаться миру не может быть искусственным. Будет ли как-то по-другому? Может быть, будет как-то и по-другому. Смотрите программу «Обернитесь» 9 августа в 18:45.